как действуют в милости отношения товарищей, стараются смотреть на товарищей и смотреть, как можно помочь им. И так работают. Такое отношение к чему приводит? К тому, что соединяются, от того, что дают хороший пример характера объединения между товарищами, что у них есть стремление общее к ли, с помощью которого они могут уподобиться Творцу. Отдачу. Это действие хасадим, когда я так действую по отношению к товарищам, да. И есть хасадим, милость по отношению к Творцу, то есть со стороны десятки к Творцу. То, что мы в общем делаем действия, чтобы доставить наслаждение Творцу, это тоже хасадим. Какова разница между милостью и милосердием, хесед и рахамим? Милость и милосердие — это относительно получающих келим, которые изначально существуют, нет отдающих келим, есть только получающих келим. Так если мы раскрываем келим, с помощью которых можно работать ради отдачи, мы стараемся, вызываем на них больше света, воздействия свыше, и так работаем с ними, продвигаемся с ними. Благодаря им мы можем уже светить остальным келим. Милость, я понял, что такое милосердие? Милосердие — то же самое, что милость. Это милость — это общее название, а милосердие — это частное название. Для определенного момента. Спасибо.